пошел к Лупиной. Ну, когда тебя выбрали, там, первое заседание у вас произошло, прошло. Первое заседание я был, я на учебе был. Да. Ну, я с Ольгой Владимировной так хорошие отношения. А нет, женщина вообще дружеские. Нормальная. Четкая тоже, ровная. Свою позицию озвучивает. Ну, я когда зашел туда, и она мне вдруг сразу начала изливать. Она не знала, что мы знакомы с тобой. Uh-huh. Она стала вдруг просто вот так вот, ничего я не спрашивал. Uh-huh. Говорить про тебя. Видимо, ты у нее был там больной темой. Много хорошего. Вообще, больной темой, она кипела. Она меня любит, я знаю. И она сразу мне стала говорить, человека. Какой ты вообще недалекий. Хороший. А, недалекий. Тут, типа, басота с улицы пришел, тут, и тут что-то вот, что-то спрашивает, такой, глупо, ему надо объяснять это все. А я что, ему, вот я вынужден его что-то объяснять, а он ничего не понимает. Извините, виноват, а из деревни. Из голодной молодежи, мандава.